На обратной стороне Луны приземлился китайский зонд Чан'е-4. Это первая посадка на этой территории в истории. На космическом аппарате находятся растения и другие живые организмы. Они были взяты для создания замкнутой экологической системы. Одно из растений, хлопок, дало росток, прожило 9 дней, но завяло из-за перепада температур. Опустившаяся до минус 150 градусов температура убила растение. Здесь речь идет исключительно о поддержании необходимой температуры, потому что, судя по всему, является единственной большой проблемой для растений. Мы знаем, что гравитация и космическая радиация на том уровне, который она находится, там, МКС или на Луне, в принципе, не является преградой для роста и развития растений. В данном эксперименте работа с живыми организмами проходит без участия человека. Большинство таких опытов проходит при непосредственной работе космонавтов. Как только на Луне появится, не знаю, там база китайцев, которая способна поддерживать жизнедеятельность человека, растения вполне способны будут там жить. Такой проект является подтверждением того, что Китай планирует стать одной из ведущих стран в космическом направлении. Это был некоторый репутационный шаг, который продемонстрировал всему миру, что Китай способен создавать автономные такие вот системы маленькой жизнеобеспечения и первый прецедент того, что растения в принципе способны прорасти на поверхности другого планетного тела. Выращивание растений на другой планете позволяет воссоздать не просто экосистему для их роста, но и упростить создание космической базы. Прогресс в жизнедеятельности наметился в семенах рапса и картофеля. Эти растения могут стать пищей для космонавтов. Следующие миссии должны состояться в ближайшем десятилетии, в том числе возвращаемые миссии. Я думаю, что в рамках них нет никаких больших каких-то непреодолимых преград для китайских ученых, чтобы получить обратно проросший биоматериал, зафиксированный так, чтобы там можно было проводить исследования. Возвращенные растения, давшие ростки, могут дать новую информацию, которая поможет подготовке к выживанию живых организмов на других планетах и спутниках. Подобные эксперименты ведутся и на Международной космической станции. Какое-то время назад и сейчас тоже на МКС регулярно идут эксперименты с растениями, и в зависимости от поставленной задачи, там растения растут какое-то время, дают потомство, там производят следующее поколение, материал фиксируется, исследуется. Генетика реагирует и так далее. Артём Тупичкин, Универньюз.